Так, собрали клубнику. В общем, продаем мы ее в картонной таре и в пинетках. Пинетка в среднем где-то 500-520 грамм. Ну, ящик выходит чистым весом около 4,2-4,1-4,3 килограмма. Так вот приехал оптовик, как правило, приехал и все забрал. Если розница, то розница, понятно, что всегда будет дороже на 100-200 рублей. Это какой у нас третий сбор, да? Третий, да.